Турист должен знать о том, что здесь безопасно. Главная наша задача отработать вопросы взаимодействия, привлечения, реагирования. Понятно, что все пожары происходят, связаны с лесными пожарами, происходят в горной круглодоступной местности. Поэтому основной упор мы делаем на авиацию. Ну и немаловажно будет взаимодействие всех служб. Постоянная готовность группы находится в специально обученной поисковой собаке, предназначенной к оперативному поиску пострадавших и выполнению других неотложных задач. Десант, газ-авиалист охраны, снабжен ранцевыми огнетушителями, с огнетушителями. Как на место вызова прибывают лесничие Медеевского регионального отделения или Алатауского государственного национального природного парка. Были привлечены нами это вертолет Ми-8 для его для десантирования спасателей подразделений, также кинологической группы нашей, которая привлекалась для поиска пострадавших, также для тушения с помощью водно-сливного устройства, тушения пожара. Эти все на сегодняшнее учение и тема учения она была именно предназначена была для чрезвычайной ситуации, именно труднодоступных местах. Это горные местности, также в других местах нашего города. Башалматинское ущелье – одно из самых посещаемых ущелий. Это для не просто было выбрано, что здесь именно проводить учения. 2015 по сегодняшний день возгораний и пожаров на территории Алатауского национального парка не было. Я думаю, это слаженная работа как парка, так и службы МЧС, службы спасения города и КАЗа авиалесной охраны.